Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, ну и, конечно же, случайные зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ об одном из удивительных, на мой взгляд, объектов, который называется Райтер Альм. Или же, как в адаптированном мною переводе, звучит как «Долина всадника». В своем предыдущем выпуске, ссылка на который будет, как всегда, в описании, помимо съемок с высоты птичьего полета и прочего, мы остановились на том, что я задал вопрос, возможно ли, с учетом ландшафта и климатических особенностей северо-запада Мурманской области, учитывая боевые действия и все, что с этим связано, построить более 50 фортификационных сооружений, каждая из которых по-своему уникальна. Причем срок, я тогда нарочно указал, максимальный – 3 года. Ну а теперь позвольте, я зачитаю вам один весьма любопытный комментарий. Пишет Юрий Федоров. Спасибо за вашу работу, не отношусь к тем, в кавычках, знатокам, на которых вы, как я понимаю, намекаете, но счел необходимым, как профессиональный инженер-строитель-гидротехник, внести свои 5 копеек. Как известно, строительство состоит из нескольких основных этапов. Изыскание, проектирование, организация строительной инфраструктуры и непосредственно строительство. Допускаю и даже уверен, что в военный период работы выполняются ускоренным методом по отношению к гражданскому времени. Но ускоренность достигается в принципе лишь концентрацией количества человека-часов за конкретный календарный период. То есть работает, к примеру, не по 8 часов с 2 выходными, а по 12 часов и в 2 смены. И без выходных, но не в длительном периоде. При длительном периоде численность персонала придется увеличить как минимум на 50%. Таким образом, можно предположить, что нормативы строительства в военное время были увеличены в 2, а то и в 3 раза, нежели чем в гражданское время. Но человек и часы – это только часть дела. Чтобы сделать геологические и геодезические изыскания, нужно специальное оборудование. Без таких изысканий невозможно проектирование объекта и вынос его в натуру. А оборудование необходимо доставить, перемещать, заправлять и вообще обслуживать. Могу предположить, что для ускорения строительства не заморачивались геологическими изысканиями на каждой площадке, а исходили из типовых геологических разрезов. Это ускорит работы, но такой метод приемлем для временных сооружений. Для капитальных сооружений такое ускорение может выйти боком. Поэтому я сомневаюсь, что работы ускоряли в ущерб надежности. Геодезия обязательно. Также обязательно обработка и передача данных. Даже типовой проект капитального сооружения нужно привязать к реальному месту. Это несложно при наличии оборудования и профессионалов. Но это время. При уникальном проекте время привязки увеличивается в разы. Создание обеспечивающей инфраструктуры в диком крае, даже при абсолютно неограниченных ресурсах, это многие месяцы. Само же строительство объекта, в зависимости от его объемов, капитальности и точности строительства, это тоже месяцы. И это при наличии большой численности персонала, баз для их размещения и обеспечения. То же самое относится к технике и оборудованию. Предварительный вывод. В указанный период, 3 года, крайне сложно, но теоретически уложиться можно, но только при огромном скоплении техники, человеческих ресурсов, при идеальном обеспечении и при условии, что объекты в большей части типовые. При этом процесс строительства будет очевидным и легко наблюдаемым. Следы такой концентрации персонала и оборудования должны быть очевидны и тогда, и сейчас. Насколько я понимаю, никакой информации о наличии в тот период в этих краях сотен инженеров и 1000 строителей, денно и ночно строящих объекты, нет. Следов их пребывания тоже нет. Есть только капитальные объекты. Если каждый объект, к тому же еще не типовой, не говорю уже об уникальности, то окончательный вывод невозможно. Но чтобы вывод был аргументирован, надо выполнять проверку, владея полными цифрами и подобными данными об объектах. Конец цитаты. Я же в свою очередь хочу сказать большое спасибо Юрию за этот великолепный, на мой взгляд, комментарий, потому что это действительно
четкое и взвешенное мнение специалиста. Но, к сожалению, я опять должен внести смуту и кое-что вам показать. Итак, дорогие мои зрители, перед вами карта 13-16 июля 1941 года. И что же мы на ней видим? Да ладно, неужели мы видим те же самые объекты, которые изображены на карте 1944 года? Более того, я могу показать вам еще как минимум с десяток карт, среди которых будут карты 41, 42, 43 года. И на всех этих картах объекты уже присутствуют. Ну а ссылка на эти карты будет, как всегда, в описании. Ну что, господа эксперты, в кавычках, естественно, шах и мат. А теперь давайте увеличим карту 41 года, и что мы видим на ней? Каменного герцога. Что вы там давеча говорили, что этот объект построили советские военнопленные? За 2 недели, то есть, да? Ну и кто из нас фантаст? Ну а я, в свою очередь, на этой радостной ноте хочу вернуться в нашу долину. И давайте еще раз рассмотрим вот эту карту. Но в данном случае нас интересует не столько карта, сколько вот этот вот интересный список. И давайте сначала разберемся с общим количеством. Как мы с вами сейчас видим, на относительно небольшом по протяженности участке располагалось 1124 человека. И это без учета гарнизона Пикшуев. Далее идет, по-видимому, перечень боевых частей. И что же мы тут видим? Камп, по-видимому, так обозначалась боевая часть. Далее идут какие-то точечки, что само по себе непонятно. И тут возникает сразу 2 варианта. Либо тот, кто делал эти записи, просто поленился, мол, типа, это тоже камп, и это не совсем вяжется с немецкой педантичностью. Либо таким образом автор как бы намекает, мол, не вашего ума дело, кто тут стоял. Далее идет слово «нахр» с точкой, что, по-видимому, означает «нахрехт», то есть почтовая служба в количестве аж 6 человек, 10 представителей вермахта и, внимание, 13 строителей. Они обозначены как БАУ. Не 1300, не 130, а 13. То есть, понимаете, да? 11, по сути, гарнизонов обслуживало всего 13 строителей. Нет, ну, оппоненты, конечно, могут сейчас возразить, мол, обслуживало всего 13, но строили-то. Строили что? И главное, когда? Вам еще раз показать карту 41-го года? Ну а теперь давайте вернемся к нашей долине, уже с учетом полученной нами информации. А мы с вами только что выяснили, что на относительно небольшом и определенном участке, который даже к тылу-то отнести сложно, на протяжении всей войны находилось более 1000 человек. При всем при этом, никакие изменения на фронте их абсолютно не касались, вплоть до Петсама-Киркенесской операции, когда их оттуда вышибли. Вот скажите только честно, вам не кажется это странным? Ну, раз уж мы заговорили об окрестностях, то давайте более подробно их и разберем. А обратить внимание тут действительно есть на что. В предыдущем выпуске я показал вам съемки Райтер-Альма и окрестностей с высоты птичьего полета. Но мало кто обратил внимание вот на эти вот насыпи. То, что они рукотворные, лично у меня сомнения никакого не вызывает. Так же, как и то, что находящиеся там нацисты ими активно пользовались. Другой вопрос – кто и когда их создал? Но из всего этого возникает третий вопрос – зачем они были созданы? Хотя ответ на этот вопрос очевиден. Эти насыпи ведут к определенному месту. Я назвал это место «Черное озеро». Но давайте обо всем по порядку. То, что эти насыпи рукотворного происхождения, впервые обратила внимание наш друг и соратник, которую зовут Елена. А она, между прочим, минеролог и геолог по образованию.
Причем она не какой-то там теоретик, а именно практик. И то, что она исходила собственными ногами весь Урал, у меня лично не вызывает никакого сомнения. Ну, согласитесь, не всякая женщина в возрасте за 50 скачет по сопкам, как быстроногая лань, собирает камешки, при всем при этом рассказывая на ходу об их уникальных свойствах, фотографирует, ну и вообще чувствует себя как дома. А до этого, не то чтобы в тех краях, а на Кольском полуострове-то она ни разу не была. Ну а сам поход к Райтеру от нашего базового лагеря – это далеко не увеселительная прогулка. Вот тут уж я вас уверяю. Особенно, когда ты идешь туда на несколько дней, и за спиной у тебя рюкзачок килограмм так на 20. И ты идешь не по прямой, а все время поднимаешься вверх. И подъем этот бесконечен. Я сейчас говорю об ускоренном маршруте, но это для своих. Кстати, благодаря Елене мы сделали для себя лично одно очень важное и применяемое на практике открытие, которое с удовольствием используем до сих пор, но об этом я расскажу позже. Ну а тогда, что-то там поизмеряв и как-то пошаманив, Елена и заявила, что, дескать, насыпи это искусственные, и появились они задолго до того, как туда пришли нацисты. Кстати, на то, что сопки в округе оплавлены, указала именно Елена. Ну а что касается мнений других специалистов и вообще людей, которые побывали на Райтере, среди них, кстати, был и инженер-строитель, то они полностью совпадают с выводом Елены. Эти насыпи рукотворные. Ну и, как я уже говорил ранее, предназначение у них одно. Они ведут к Черному озеру. С этим озером связано много странностей. И это не только потому, что к нему ведет проход, который был кем-то вырублен в скалах. Ну и плюс еще, конечно, вот эта вот насыпь, которая полностью изменила форму предыдущего озера. Причем по этой насыпи ездила какая-то тяжелая техника, и это отчетливо видно. Странности тут в другом. Ну, во-первых, в любую погоду вода в этом озере всегда черного цвета. Эта странность легко объясняется, когда подходишь к этому озеру поближе, практически к воде. Дело в том, что озеро по всем своим берегам напоминает котлован, то есть глубина начинается сразу и резко. Эдакая бездна, заполненная водой. И лишь только в самом конце этого озера, вытекающего из него ручья, можно наблюдать что-то, похожее на нормальное естественное дно озера. Что касается берегов этого озера, то, как я уже и говорил ранее, с одной стороны к нему ведет прорубленный проход, и дальше только в воду, потому что левый берег, если мы смотрим на север, это отвесные скалы. Правый же берег практически на всем протяжении озера пологий, но это никак не влияет на глубину самого озера. Сразу же, практически от самого берега, идет свал в бездну. На этом же берегу видны следы завала. И что там было до этого, вход ли в подземелье или какие-то строения, определить практически невозможно. Видимо, немцы настолько сильно хотели все это скрыть и сделать по максимуму недоступным, что взорвали половину сопки. Другая странность Черного озера заключается в том, что в нем нет рыбы. Хотя по всем признакам условия там должны быть для нее идеальны. Причем в окрестных озерах этой рыбы полно. И вот тут возникает справедливый вопрос. А может быть, с водой в этом озере что-то не так? И я уже просто вижу, как всезнающие эксперты, потирая ручки, собираются написать мне комментарии типа: «А что ты тут ходишь вокруг да около? Отнес бы в лабораторию, там бы тебе умные люди сделали бы анализ, и все сразу стало бы ясно». Ну и вот тут вопрос возникает уже у меня. Стало бы ясно кому? Вам или следователю, который бы задал бы мне логичный вопрос? «Откуда, дядя, у тебя тяжелая вода?» Вы что, правда думаете, что я горю желанием отвечать на подобного рода вопросы? И вот именно поэтому я и стараюсь обходиться косвенными признаками. И они есть. В своем прошлом выпуске я показывал вам цистерну. Вот она. И я нарочно не показывал ее близко. Ну а теперь смотрите. Здесь хранился не мазут,
и не топливо. Здесь хранилась питьевая вода. Нормальный ход, да? Мы, кстати, когда обнаружили эту цистерну, а нашли мы ее раньше, нежели чем увидели Черное озеро, то серьезно засомневались в психическом здоровье немцев. Но сами посудите, в краю, где на каждом шагу вода, тащить цистерну, черт знает куда, для питьевой воды, ну это как-то ненормально. Да и находится эта цистерна там, где и должна находиться цистерна с питьевой водой, а именно на кухне. Потому что, судя по многочисленным находкам, как раз и располагалась кухня. Ну и, как вы уже догадались, ближайшее озеро рядом с этим объектом – это Черное. Нет, ну, конечно, вы сейчас можете сказать, что данное косвенное доказательство может быть притянуто за уши. Мало ли что немцам в голову пришло, и какая блажь на них напала. Я с вами даже соглашусь, хоть и не видел ничего подобного на других объектах, но у меня есть еще одно «но». Я не знаю почему. И кому именно эта идея пришла в голову, вернее даже не так, почему именно там эта необходимость возникла, но мы решили померить радиационный фон. И сделали это именно у воды. Вернее, это сделал мой друг и соратник Сергей Васильевич. Ну а теперь, дорогие мои зрители, я хочу задать вам простой вопрос. Как вы думаете, какой фон мы обнаружили на кромке берега этого озера? Поставьте этот выпуск на паузу и попробуйте ответить в комментарии. Нет, ну, правда, интересно. Ну, а я, прежде чем ответить, хочу обратиться к своему другу и соратнику. Василич, если у тебя сохранилась фотка наших замеров, скинь мне ее, пожалуйста. Вот как назло, делая этот выпуск, все перерыл, а этой фотки не нашел. Ну, а я, в свою очередь, покажу ее либо в третьей части, либо размещу ее в сообществе или ВКонтакте. Ну а теперь, дорогие мои друзья, внимание, ответ. Радиационный фон на побережье Черного озера практически равен нулю. Ну а если быть точнее, 002 или 0002 и 006 микрозивертов в час. И то эти значения появились где-то, ну, в полметре от воды. У самой же воды прибор показывал сплошные нули. Причем, чем дальше мы отходили от берега, тем больше становился радиационный фон, пока не вернулся к своим привычным значениям, то есть естественному фону, который составлял 0,16-0,22 микрозиверта в час и где-то 0,18-0,26. Вот вы сейчас скажете, тяжелая вода должна фонить и все такое. Ну, во-первых, я не утверждаю, что это тяжелая вода. Это всего лишь мое предположение, да и не только мое. И я, по-моему, четко и внятно назвал вам причины, которые останавливают меня от сдачи ее в лабораторию. Ну а во-вторых, а с чего вы взяли, что тяжелая вода должна что-то там излучать? Может быть, наоборот, она ее поглощает? В общем, как вы уже догадались, я с нетерпением жду ваших комментариев. Ну а на сегодня все. В третьей же части я вам расскажу увлекательнейшую историю о том, как одна, казалось бы, нелепая находка повлекла за собой целую цепь расследований, которые привели, ну, просто к ошеломляющим результатам. И, как вы уже догадались, история Долины Всадника далека от завершения. До свидания и всего вам доброго!